Не забудь подписаться, и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день. А сейчас пристегивайся, садись поудобнее, и мы начинаем. Ложитесь на спину в позу шавасаны. Мысленным взором просмотрите свое тело. Оно должно быть вытянуто от головы до пальцев ног. Ноги слегка расставлены, руки расслабленно лежат вдоль туловища ладонями вверх. Устройтесь поудобнее, чтобы вам ничего не мешало. Во время занятий не двигайтесь. Закройте глаза и не открывайте их. Вам скажут, когда их можно открыть. Дышите глубоко и с каждым выдохом представляйте, как все ваши волнения и заботы выталкиваются прочь и рассеиваются. Практика продолжается, и вы начинаете развивать чувство расслабленности во всем теле. Нет необходимости совершать какие-либо движения для расслабления мышц. Просто развивайте чувство расслабления. Это чувство можно сравнить с состоянием засыпания, когда тело все больше и больше размягчается и расслабляется, и сон почти одолевает вас, а вы еще сопротивляетесь, пытаясь не заснуть. Сейчас наступает самое важное время для вас. Вы должны мысленно сказать себе со всей уверенностью: я не буду спать в течение всей практики. Ваша активность ограничена лишь двумя факторами. Вы не можете не слышать голоса, и вы не можете не сознавать, о чем говорит голос. Следуйте за голосом инструктора. Не нужно сейчас обдумывать и анализировать то, о чем говорит голос. Это лишь внесет излишнее беспокойство в процесс умственного расслабления. Просто следуйте за голосом как можно более внимательно. Однако, если какие-то мысли все же беспокоят вас время от времени, не волнуйтесь и продолжайте практику. Позвольте себе стать спокойным и устойчивым человеком. Проникайтесь чувством внутреннего спокойствия и расслабьте все тело. Прочувствуйте важность этого процесса, без которого йога-нидра немыслима. Мысленным взором просматривайте все свое тело от головы до кончиков пальцев ног, и с каждым выдохом и расслаблением мысленно произносите «Ом».
Вы осознаете, что ваше тело полностью расслаблено, и продолжаете на выдохе мысленно произносить «Ом». Мысленным взором продолжайте рассматривать свое расслабленное тело. Все тело полностью расслаблено. Полностью расслаблено. Полностью расслаблено. Ваше тело подготовлено к йога-нидре. Повторяйте про себя мысленно, что вы готовы заниматься йога-нидрой. Повторяйте это вновь и вновь. Начинается сеанс йога-нидры. У каждого из нас есть заветное желание. Сформулируйте это желание ясно, четко и убедительно для себя, в сжатой форме. Будьте искренни в своем твердом решении. Ваше утверждение должно быть конструктивным, лаконичным, простым и естественным. Настало время, когда вы должны мысленно произнести его 3 раза с осознанным чувством убежденности. Ваша формула твердой решимости, искренне произнесенная на старте йога-нидры, обязательно осуществится в вашей жизни. Мы отправляем сознание в путешествие по различным частям тела. Ваше сознание будет перемещаться от одной части тела к другой, нигде не задерживаясь. Просто повторяйте мысленно за голосом называемую часть тела. Начинаем с правой руки. Правая сторона. Большой палец правой руки. Второй палец. Третий палец. Четвертый палец. Пятый палец. Ладонь. Зафиксируйте ладонь в сознании. Тыльная часть ладони, запястье, рука до локтя, локоть, предплечье, плечо, подмышка, правая часть талии, верхняя часть правого бедра, нижняя часть правого бедра, коленная чашечка, икроножные мышцы,
лодыжка, пятка, подошва правой стопы, подъем правой стопы, большой палец, второй палец, третий палец, четвертый палец, пятый палец, левая сторона, большой палец левой руки, второй палец, третий палец, четвертый палец, пятый палец, ладонь руки, зафиксируйте ладонь в сознании, тыльная часть ладони, запястье, рука до локтя, локоть, предплечье, плечо, подмышка, левая часть талии, верхняя часть левого бедра, нижняя часть левого бедра, коленная чашечка, икроножная мышца, лодыжка, пятка, подошва левой стопы, подъем левой стопы, большой палец, второй палец, третий палец, четвертый палец, пятый палец, задняя сторона. Посмотрите мысленным взором правую плечевую лопатку. Левую плечевую лопатку. Правую ягодицу. Левую ягодицу. Область позвоночника. Всю заднюю сторону в целом до самой шеи. Передняя сторона. Поднимаемся к вершине головы до макушки. Мысленным взором просматриваем лоб, боковые стороны головы, правую бровь, левую бровь, пространство между бровями, правое веко, левое веко, правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо, правая щека, левая щека, нос, кончик носа, верхняя губа, нижняя губа,
подбородок, горло, правая грудина, левая грудина, средняя часть грудины, пупок, живот, целостные части, вся правая нога, вся левая нога, обе ноги, вся правая рука, вся левая рука, обе руки, вся спина, ягодицы, позвоночник, плечевые лопатки, вся передняя часть туловища, живот, грудь, все туловище в целом, вся голова, все тело в целом, все тело, все тело, пожалуйста, не спите. Ваше сознание с вами. Не двигайтесь. Ваше тело лежит на полу. Посмотрите на ваше тело, спокойно лежащее на полу. Представьте себе это расслабленное тело, лежащее на полу. Ваше внимание перемещается к дыханию. Прочувствуйте течение вашего дыхания снаружи внутрь и обратно. Не пытайтесь изменять естественный ритм своего дыхания. Вы не совершаете никаких усилий. Просто осознаете процесс дыхания. Продолжайте прислушиваться к нему.
Теперь перемещайте ваше внимание на движение пупка. С каждым вдохом пупок медленно и мягко поднимается, а с каждым выдохом также медленно и мягко опускается. Спокойно наблюдайте за этим движением. Обратите внимание на устойчивый, размеренный ритм этих мягких движений. Начинайте отсчитывать количество ваших вдохов и выдохов в обратном порядке от 27 до 1. Таким образом, 27 – пуп поднимается, 27 – пуп опускается, 26 – пуп поднимается, 26 – пуп опускается, 25 – пуп поднимается, 25 – пуп опускается и так далее. Произносите слова и цифры в уме, отсчитывая вдохи и выдохи. Постарайтесь не ошибаться. Если же вы ошиблись, возвращайтесь к 27 и начинайте снова. Продолжайте считать от 27 до 1. Остановите подсчет пупочного дыхания и переместите, пожалуйста, ваше внимание на грудь. Ваша грудь слегка поднимается и опускается при каждом вдохе и выдохе. Начинайте отсчитывать количество этих движений в обратном порядке от 27 до 1. То есть 27 грудь поднимается, 27 грудь опускается. 26 грудь поднимается, 26 грудь опускается. 25 грудь поднимается, 25 грудь опускается. И так далее. Повторяйте слова и цифры мысленно. Остановите подсчет грудного дыхания и переместите, пожалуйста, ваше внимание к горлу. Прочувствуйте, как воздух продвигается сквозь горло внутрь и наружу. Начинайте отсчитывать количество вдохов и выдохов от 27 до 1 в таком же порядке, как и раньше.
Не засыпайте, пожалуйста, и осознавайте то, что вы делаете. Остановите подсчет горлового дыхания и продвигайте свое внимание к ноздрям. Прочувствуйте, как ноздри втягивают в себя воздух и выталкивают его прочь. Начинайте, как и раньше, подсчет этих вдохов и выдохов от 27 до 1. Пожалуйста, не ошибайтесь. Продолжайте свой подсчет. Заканчивайте подсчет и продолжайте свое естественное спокойное дыхание. Сейчас мы приступаем к визуализации. Вам будут предлагаться определенные образы, и вы постарайтесь представить их настолько ясно, насколько это возможно. В этот процесс могут быть вовлечены ваши чувства, ваш ум и различные ассоциации, которые, возможно, вызовут эффект визуализации. Если это произойдет, ваше расслабление достигло высшей точки. Если же нет, ничего не потеряно. Это произойдет в будущих практиках. Итак, мы начинаем. Горящая свеча. Горящая свеча. Горящая свеча. Бесконечная пустыня. Бесконечная пустыня. Бесконечная пустыня. Египетская пирамида. Египетская пирамида. Египетская пирамида. Проливной дождь. Проливной дождь. Проливной дождь. Горы, покрытые снегом. Горы, покрытые снегом. Горы, покрытые снегом. Греческий храм на восходе. Греческий храм на восходе. Греческий храм на восходе.
птица, летящая на закате. Птицы, летящие на закате. Птицы, летящие на закате. Несущиеся красные облака. Несущиеся красные облака. Несущиеся красные облака. Крест над церковью. Крест над церковью. Крест над церковью. Звезды, сияющие ночью. Звезды, сияющие ночью. Звезды, сияющие ночью. Полная луна. Полная луна. Полная луна. Улыбающийся Будда. Улыбающийся Будда. Улыбающийся Будда. Ветер с моря. Ветер с моря. Ветер с моря. Волны разбиваются об утес. Волны разбиваются об утес. Волны разбиваются об утес. Вечно неугомонное море. Вечно неугомонное море. Вечно неугомонное море. Сейчас вы должны повторить свою заветную формулу твердой решимости. Ничего не меняйте в ней. Просто повторите ее мысленно с такой же уверенностью 3 раза. Полностью расслабьтесь и направьте ваше внимание на дыхание. Естественное, спокойное дыхание.
Мысленным взором просмотрите все расслабленное тело и прочувствуйте свое дыхание. Ваше тело полностью расслаблено. Дыхание ровное и спокойное. Просмотрите все тело от макушки головы до кончиков пальцев ног и мысленно во время трех выдохов повторите «Ом» трижды. Представьте, как ваше тело лежит на полу. Представьте комнату вокруг вас. Лежите спокойно в течение нескольких минут с закрытыми глазами. Начинайте двигать вашим телом и потянитесь. Не спешите, пожалуйста. Убедившись, что вы не спите, открывайте глаза и не спеша садитесь. Сеанс закончен. Хари Ом. Тат-сат. Постелите одеяло и ложитесь в шавасану. Постарайтесь устроиться поудобнее, чтобы потом не двигаться. Ноги выпрямлены и расслаблены, стопы слегка расставлены, руки лежат вдоль туловища ладонями вверх. Закройте, пожалуйста, глаза и не открывайте их, пока вам не разрешат. Помните, что самыми важными факторами успеха в йога-нидре являются умение слушать и сознавать. Thank you.
вся ваша активность должна быть сведена только к способности слышать. Вам не надо контролировать сон, так как вы сами конструируете свои видения. Прикажите себе мысленно: «Я не буду спать. Я буду только слушать голос». Повторите эту установку еще 2 раза про себя. Разрешите себе стать спокойным и уравновешенным. Прочувствуйте, как покой разливается по всему телу. При выдохе мысленно говорите: «Я расслабляюсь». Обратите внимание на внешние звуки. Впитывайте их. Пусть ваш слух превратится как бы в луч радара, который обнаруживает объект и сопровождает его. Перемещайте внимание от звука к звуку. Улавливайте звуки снаружи здания, затем постарайтесь расслышать еле слышимые звуки внутри здания. Осознайте, что вы находитесь внутри этой комнаты. Не открывая глаз, представьте ее 4 стены, потолок, пол и ваше тело, лежащее на полу. Представьте себе это тело, лежащее на полу, в совершенном спокойствии. Прочувствуйте плоскость соприкосновения тела с полом. Обратите внимание на ваше естественное спонтанное дыхание, но не вмешивайтесь в этот процесс, а просто наблюдайте. Прислушивайтесь к моему голосу и наблюдайте. Начинается сеанс йога-нидры. Скажите себе мысленно: «Я начинаю практиковать йога-нидру». Настало время определить формулу вашей твердой решимости. Сформулируйте ее четко, ясно и решительно. Повторите ее мысленно 3 раза, искренне и убедительно. Когда эта практика будет заканчиваться, вам следует повторить эту формулу так, как вы сформулировали ее сейчас, ничего не меняя в ней. Перемещайте сознание сквозь различные части тела так быстро, как это возможно.
не забывайте повторять мысленно то, что вы слышите. Практика всегда начинается с правой руки. Правая сторона. Большой палец правой руки. Второй палец. Третий палец. Четвертый палец. Пятый палец. Ладонь. Зафиксируйте ладонь в сознании. Тыльная часть ладони. Запястье. Рука до локтя. Локоть. Предплечье. Плечо. Подмышка. Правая часть талии. Верхняя часть правого бедра. Нижняя часть правого бедра. Коленная чашечка. Икроножная мышца. Лодыжка. Пятка. Подошва правой стопы. Подъем правой стопы. Большой палец. Второй палец. Третий палец. Четвертый палец. Пятый палец. Левая сторона. Большой палец левой руки. Второй палец. Третий палец. Четвертый палец. Пятый палец. Ладонь руки. Зафиксируйте ладонь в сознании. Тыльная часть ладони. Запястье. Рука до локтя. Локоть. Предплечье. Плечо. Подмышка. Левая часть талии. Верхняя часть левого бедра. Нижняя часть левого бедра. Коленная чашечка. Икроножная мышца. Лодыжка. Пятка. Подошва левой стопы. Подъем левой стопы. Большой палец. Второй палец. Третий палец. Четвертый палец. Пятый палец. Задняя сторона. Переходим к спине. Просмотрите мысленным взором правую плечевую лопатку. Левую плечевую лопатку. Правую ягодицу. Левую ягодицу. Область позвоночника. Всю заднюю сторону в целом, до самой шеи. Передняя сторона. Поднимаемся к вершине головы до макушки. Мысленным взором просматриваем лоб. Боковые стороны головы. Правая бровь. Левая бровь. Пространство между бровями. Правое веко. Левое веко. Правый глаз. Левый глаз. Правое ухо. Левое ухо. Правую щеку. Левую щеку. Нос. Кончик носа. Верхнюю губу. Нижнюю губу. Подбородок. Горло. Правую грудину. Левую грудину. Среднюю часть грудины. Пупок. Живот. Целостные части. Вся правая нога. Вся левая нога. Обе ноги. Вся правая рука. Вся левая рука. Обе руки. Вся спина. Ягодицы.
позвоночник, плечевые лопатки, вся передняя часть туловища, живот, грудь, все туловище в целом, вся голова, все тело в целом, все тело, все тело. Мысленным взором просмотрите все тело и то ограниченное пространство, на котором оно лежит. Ваше тело в определенных точках соприкасается с полом. Прочувствуйте эту плоскость контакта с полом. Зафиксируйте внимание на точках соприкосновения между полом и головой. Между полом и лопатками. Между полом и локтями. Между кистями рук и полом. Между нижней частью спины и полом. Между икроножными мышцами и полом. Между пятками и полом. Постарайтесь прочувствовать ощущение всех точек соприкосновения тела с полом. Пожалуйста, не спите. Осознавайте свои ощущения. Теперь переместите свое внимание на ваши веки. Прочувствуйте узкую полоску, которая соединяет верхние и нижние веки. Зафиксируйте это ощущение. Перемещайте свое внимание дальше, к губам, на узкую линию, соединяющую их, на пространство между ними. Теперь ваше внимание перемещается к дыханию. Прочувствуйте, как естественно продвигается воздух от горла к пупку и как пупок при каждом вдохе слегка приподнимается. Понаблюдайте, как вдох от горла к пупку приподнимает его, а выдох как бы от пупка к горлу опускает пупок. Отождествляйтесь со вдохом и выдохом от горла к пупку и обратно. Начинайте подсчет вашего дыхания в обратном порядке. Я вдыхаю 54. Я выдыхаю 54. Я вдыхаю 53. Я выдыхаю 53. Я вдыхаю 52, я выдыхаю 52. Так продолжайте от 54 до 1, или от 27 до 1, насколько вам позволяет время. Подсчет вдохов и выдохов проводите про себя мысленно. Не теряйте контроль за дыханием.
Дыхание спокойное, медленное, расслабленное. Продолжайте подсчет. Пробуждаем ощущение тяжести. Каждая часть тела становится все более тяжелой. Тело постепенно все больше вдавливается в пол. Тело очень отяжелело. Тяжелое тело. Мы пробуждаем ощущение легкого тела. Тело становится все более легким. Все части тела почти невесомы. Тело стало таким легким, что поднимается над полом. Прочувствуйте ощущение легкости и воздушности вашего тела.
Тело обволакивает холод. Он проникает внутрь, и нам становится холодно. Представьте, что вы ходите зимой босиком по холодному полу, и вашим ногам становится очень холодно. Холод повсюду. Вы дрожите от стужи. Пробуждаем ощущение жары. Тело согревается и становится все более горячим. Нестерпимая жара. Солнце печет немилосердно. Нет нигде тени, чтобы укрыться. Тело горит от зноя. Вспоминаем какое-нибудь прошлое ощущение боли и концентрируем внимание на этом ощущении. Это может быть боль физическая или душевная, но постарайтесь прочувствовать ее опять. Теперь вспомним о каком-нибудь приятном ощущении. Чувство удовольствия наполняет вас, и вы вновь переживаете приятные воспоминания. Мысленно скажите себе, что вы не спите и все осознаете. Отвлекитесь от ваших воспоминаний и мысленно сосредоточьте свое внимание на пространстве по ту сторону ваших закрытых глаз, то есть на пространстве Чидакаши. Вообразите перед собой безгранично расширенный экран, который позволяет вам проникнуть в глубины космоса так далеко, как только это возможно. Мысленно всматривайтесь в это пространство, и что бы вы в нем ни заметили, знайте, что это проявление вашего ума. Продолжайте наблюдать за этим пространством, но не отождествляйтесь с ним. Не позволяйте ему вовлекать вас в его игру. Отвлеченно, как свидетель, всматривайтесь в него. Представьте, что вы оказались в парке ранним утром. Солнце еще не взошло, и в парке ни души, кроме вас. Вы прогуливаетесь по свежей траве в этом прекрасном парке и слушаете пение птиц. Вы проходите мимо благоухающей клумбы ярких цветов. Вдыхаете их аромат и любуетесь жемчужными капельками росы, застывшими на лепестках. А вот и пруд. Золотые рыбки грациозно плавают между лилиями, и вы наблюдаете за их причудливыми танцами.
Но вот в просвете между деревьями показался храм. И вы невольно подчиняетесь притягательной силе этого прекрасного строения и приближаетесь к нему. Вы входите внутрь прохладного затененного храма. Обращайте внимание на образы святых, развешанных по стенам. Садитесь на пол, закрывайте глаза и застывайте в неподвижности. Чувство глубокого мира и гармонии поглощает вас. Внешние звуки словно растворились здесь, в величественной тишине. Продолжайте свою медитацию в храме. Оставайтесь в нем наедине со своим созерцанием. И вновь переместите свое внимание на Чидакашу, то есть внутренний космос. Вы можете его созерцать так же, как вы созерцаете космос внешний. Если вы желаете получить такой опыт, то устремите свой пристальный взор, но без напряжения, в пространство между бровями. Всматривайтесь в свой черный космос внимательно и вместе с тем отрешенно. Будьте немым свидетелем, не вовлеченным в систему взаимосвязи. Отпустите поводья своего ума. Пусть он бредет свободно. Не заставляйте его подчиняться. Ваш ум, отпущенный на волю, может извлечь для вас в этой ночи космоса некие объекты или явления. Если это произойдет, постарайтесь не удивляться. Просто наблюдайте. Если появляются какие-то мысли, пусть они приходят и уходят. Наблюдайте безучастно. Теперь вы опять должны вспомнить свою формулу твердой решимости и мысленно произнести ее про себя, ничего в ней не меняя, четко, уверенно и лаконично. Повторите это утверждение трижды. Возвращаемся к дыханию. Прислушиваемся к своему спонтанному и естественному дыханию. Мы осознаем свое дыхание и расслабленное тело. Наше внимание сосредоточено на теле. Мысленным взором мы просматриваем все тело от макушки головы до пяток. Обращаем внимание на точки соприкосновения тела с полом. Расширяйте свой просмотр и мысленно представьте комнату, в которой лежит ваше тело. Здесь есть потолок, стены, различные объекты. Ваше ухо улавливает посторонние звуки с улицы. Пробуждайтесь для внешних восприятий.
Потянитесь всем телом. Прочувствуйте, что вы окончательно вернулись во внешний мир. И лишь тогда открывайте глаза и медленно, без резких движений, садитесь. Практика йога-нидры окончена. Хари Ом Тат Сат. И это еще не все. Задавайте вопросы, наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии. Также проверьте, не забыли ли подписаться и поставить колокольчик, чтобы получать оповещения о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах, которые выходят у нас каждый день. Присоединяйтесь к дискуссиям, не забывайте про лайки, по возможности и вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала материально. Все ссылки, как всегда, будут в описании и первом комментарии. Всем добра! Любви и мудрости. А сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех, которые увидите перед собой на экране.